Ну и напоследок, пятое испытание. Оно банальное. Убить всех врагов. И в этом заключается его противоречивость. Оно легкое, но долгое. И любой фейл заставит вас его перепроходить заново полностью. Это довольно сильно бесит, поэтому, в принципе, я лично его перепроходил 2 или 3 раза. 2 вроде. Но я банально фейлил на каких-то тупостях из разряда «меня превратило в камень медуза», и меня... И я не успел L1, R1, чтобы выйти из этого состояния. И заново приходилось перепроходить. А так, в целом, есть отличное движение для этих птиц еще вот в данном испытании. Подбрасывайте их в воздух, треугольник держа. И потом кружок, и Кратос их добьет. В принципе, можно и без подбрасывания, но тогда будет добивание более длинное по времени. А нафиг оно нужно, если вы будете так повторять снова и снова. По поводу других врагов, которые будут вылезать, ну, тут все достаточно просто. Эта фаза будет повторяться, то есть несколько даже фаз будет таких с этими птицами. Будут циклопы и даже минотавры. Но я не знаю, ничего сверхъестественного здесь нет. Просто банально не слишком часто юзайте магию, не теряйте здоровье. В этом ничего сложного нет, просто постепенно держитесь, не теряйте здоровье из-за глупостей, а внимательно следите за расходом магии, не тратьте ее просто так, тратьте ее по делу эффективно. Ну и с медузами я лично применял ифрит на них, и пока применял ифрит, после того, как они еще не успели попробовать взгляд медузы, тут же их пытался добить... перчаткой Зевса. Вот. И это отлично работало. Ну и на самом деле просто можно уворачиваться. Если у вас, например, ифрит закончился, то можете просто уворачиваться, там пару секунд они перестанут вас пытаться превратить в камень, и вы спокойно сможете и без этого их добить без магии. Ну и в целом на этом все. Сразу я тогда уж с вами пообщаюсь в конце этого испытания.
Thank you.
Ну вот, вы не поверите, но мы в конце этого испытания. И таки наконец, и пятое испытание пройдено. Мы убили всех врагов и можем отпраздновать это тем, что мы выполнили все испытания Аида. Правда? Прекрасно. Да, God of War Chains of Olympus в этом плане закрыто полностью. Я получил ачивку за это все. И, соответственно, открыл бонусный костюм. И что-то там вроде из этих, из артов. Да, бонусный костюм. И это... Сейчас покажет. Да, вот одну видюшечку. И что-то из галереи. В общем, на этом все. И я благодарю вас всех за внимание. Надеюсь, вам эти видосы помогут пройти также испытание Аида. И все, у вас будет the buzz. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь, если вы вдруг еще не подписаны. У микрофона был Ром Лири. Всем хорошего и до скорых встреч в новых видео.